Всех приветствуем, мои дорогие друзья. Как вы уже поняли, это очередная серия моего видеоблога. И прежде чем мы приступим к главному, хотелось бы вам сказать, я вижу все ваши комментарии, и я их лайкаю, как вы уже поняли. И если у вас возникнут вопросы, вы можете их написать прямо в комментарии, а я в свою же очередь отвечу вам на следующем видео. Я думаю, что это будет интересно. Ну а теперь к главному. Друзья, по традиции, прошу вас подписаться, те, кто не подписан. Лайк, колокольчик, ну и, как я уже сказал ранее, комментарий. А мы погнали, не переключайтесь. Всем привет. Сегодня мы направляемся в филармонию слушать композитора Шуберта, его музыку. На самом деле это наше уже второе посещение, поэтому все расскажем и покажем. Оставайтесь со мной и не переключайтесь. Итак, друзья, мы в филармонии находимся. До начала минут 10-15. Здесь очень шумно, поэтому пришлось немножечко отойти. Сейчас я вам покажу всех артистов, которые здесь работают. Елка. Видите, все дело к Новому году уже. Сколько народу здесь, все любят классику. Посмотрите одну картину, которую я хотел вам показать. Вот она. Вот так. Вот алматинские пейзажи, которые на Арбате. Красиво. Видите, какая картина, как она написана. Народ собирается потихоньку. И у нас одни из самых лучших мест. Вот так. Посмотрите вон картины всех народных деятелей, композиторов. Вон Абай. Красиво нарисовано. С этой стороны тоже их портреты. Красиво, классно. В общем, в ожидании этой чудесной музыки. Я люблю Шуберта, мне он нравится, я его часто слушаю. Ждем.
2 hours later. Друзья, в общем, отошел немножечко в сторонку, потому что там шумно. В общем, вот и закончилось это музыкальное мероприятие. Мы послушали все, многие композиции Шуберта. Не все, их более 600, но на все бы у нас бы сил не хватило. Ну что сказать, мне очень понравилось. От чего-то я был прям в восторге. Что-то было скучновато, на мой взгляд, но в целом мне все понравилось. Поэтому я надеюсь, что я еще не раз посещу подобного рода мероприятия. Поэтому мы погнали дальше. Это называется блюдо баурдак. Здесь говяжья печень. Такая вот булка, типа баурсака. Ну и сделано в виде бургера. Вот сурпа, фри. Вот это жидкий курд, который добавляется в бульон. Ну и, собственно, самый раз, чтобы подкрепиться после тяжелой тренировки. Всем приятного аппетита. Спустя 298 замороженных бургеров. Итак, всем привет еще раз. Сегодня наконец-то мы снимаем с вами обзор. Обзор на Black Star Burger. Я давно хотел попробовать эти бургеры и снять на них обзор, но все как-то не выходило. И теперь звезды сошлись, я наконец их попробую. Так, я хочу глотнуть. Для начала сразу хочу отметить, друзья, что у них не оказались маффины и пончики. Не знаю почему, они мне толком и не объяснили. Ну, в наличии не было, поэтому без десерта. Десерт как-нибудь попробуем. Я думаю, что мы еще не раз будем снимать подобного рода видосы. И более того, я сегодня думал об этом, что на KFC я тоже снова сниму, но уже как бы на какие-нибудь другие позиции. Поэтому как-то так. Итак, приступим, знаете, к чему? Здесь мне дали какой-то комбо-бокс. Тут смотрите, опять же,
такие боксы на самом деле, вот что в Макдональдсе, что в других каких-то ресторанах быстрого питания, они идут как вот детям, да? А тут, видите, бокс для взрослого, и попробуем. Вот тут 1xbet, реклама, то есть букмекеров. Чек. Чек. Чек тоже сегодня длинный, поэтому что же там в боксе? В боксе не написано что. Сейчас проверим. Соус барбит. Так. Не, не написано. Здесь не написано, что здесь. Ну давайте, наверное, пробовать. Начнем с трипсов. Взял два соуса, сырный и барбекю. Ну, кетчуп не стал брать, он мне как бы не особо. Попробуем стрипсы. Они подостыли уже. Соус бомбовый. Так, это уберем в сторону. Это салат. Соус барбекю я вообще обожаю. Итак, сырные вот эти шарики, я так понимаю. Я ни разу их не пробовал, их вообще макать надо или как? Они какие-то нереально вкусные. Сырные шарики. Так, я думаю, я сейчас еще один заточу. Картошка фри. Картошку тестим везде, друзья. Какая у них картошка? Напоминаю, что картошка действительно у всех разная. Это дилетанты говорят, что картошка и в Африке картошка. На самом деле картошка, мы-то с вами знаем, что везде разная. Соус сырный. Давайте соусом сырным попробуем. Ну что сказать, картошка неплохая, вкусная, стандартно пожарена, в общем, лайк, что, мне нравится. Напоминаю, оценочная у нас история такая, то есть 1 балл это хорошо, 2 балла это очень хорошо, как бы 3 балла это прям прекрасно, да? И есть минус балл. Минус 1 балл, это когда совсем плохо. Картошка фри. Ну, если учитывая то, что мы будем оценивать только картошку фри среди всех, то, в принципе, 2 балла. Очень хорошо. Так, я хочу сырный шарик еще съесть один. Ну-ка попробую с сырным соусом. Сырный шарик с сырным соусом. Это песня. Лимонад тоже Black Star-овский. Обычно после таких лимонадов язык синего цвета. Лимонад хороший. Мне зашел. Итак, давайте позиции все вот эти попробуем, картошку. Вот картошку у них по-деревенски есть. Тоже, мы с вами не раз их уже пробовали. И везде было по-разному, насколько я помню. Картошка по-деревенски с сырным соусом вообще замечательно идет. А с барбекю так. Итак, картошка по-деревенски, лайк. Наггетсы. Попробуем сначала так.
это куриные или рыбные? Не могу понять. Куриные. Их, наверное, лучше с барбекюшечкой. Наггетсы вкусные, Black Star. Пока вы меня удивляете. Если честно, я не сомневался, что у вас все будет на уровне. Но тем не менее, пробовать-то надо. Итак, крылышки. Крылышки суховатые. Очень они уж по вкусу напоминают такие, как в KFC. Объективно крылышки вкусные. Но! Видимо, повар у них не умеет. Ладно. Погнали дальше. Крылышки, ну, 1 балл. Я предполагаю, это из-за повара. А так могли бы приготовить получше. Так. А это еще что у нас? Давайте это попробуем. Тоже сухие. Ну там ножки. А, сухие. У них вот этот кляр сухой. Слушайте, я аппетит не хочу портить. Короче, ножки пожарены, мягко говоря, херово. Так, что у нас? Здесь у нас вот что. Но опять же, это сырные шарики. Опять они мне положили сырные шарики. Куда деваться? Сырный шарик 3 балла. Очень вкусно. О. Так. Попробуем с вами этот. Типа шаурмы у них. Они мне называли его. Это шаурол. Попробуем с вами шаурол. Они отметили здесь наклейкой Москва. И сказали, что это будет шаурол. Давайте попробуем. Шаурол. Как же жарко, друзья, сидеть в футболке дома. Отопление так топит. Ну что же, я же не буду голым сидеть перед вами. Итак, раскрываем. Прям замотали его. Конкретно замотали. Шаурол. Вот он. Тут сразу кетчуп прослеживается наверху. А, это барбекюшный соус. По вкусу. Здесь они сказали, что салат какой-то особенный. Ну, салат здесь действительно особенный. В том другом варианте сказали, что салат как у этого, у Цезаря.
Кстати, Цезарь мы тоже взяли, салат. Тема. 3 балла. Куда деваться? 3 балла. Говорю как есть. Я не нахваливаю, они мне не заплатили ничего. Объективно 3 балла. 1 балл это за крылышки и ножки. Остальное все вкусное. Чтобы вы понимали, крылышки и ножки не ужасны. Просто они приготовлены неправильно, что ли. Передержали их или что. Ох! Я уже объелся. Что ж я так быстро объедаюсь? Вот, знаете, как только съемка прекращается, я сметаю все. А когда идет съемка, ну прям... Ладно. Чикен шаурма. Как он там назывался? Чикен ролл. Куриный. Сказали, что тут отличается он салатом. Ну и плюс куриная котлета. Суховато куриное. Ну тут салат прикольный. Не. Чикен ролл мне что-то не заходит. Это не из-за того, что я объелся. Он реально какой-то. Шаурмов повкуснее. Реально повкуснее будет. Ну, 1 балл. Неплохо, но... Все равно до 2 баллов не дотягивает. Отставляем. Шаурол вкусный. Шаурол тема. По-моему, он с грибами. Шаурол зашибись. Итак, у нас на самом деле сейчас будет тяжелая артиллерия. Это бургеры. Я не взял все маленькие бургеры в этот раз, потому что меня она убедила в том, что это лишняя трата денег и ничего в них особенного нету. Ну, там всего 3 позиции. Бургер, чикен, чизбургер и еще какой-то. То есть, они сказали, все здесь есть, то, что в тех бургерах обычных. И по цене, если я не ошибаюсь, гамбургер был обычный 800, что ли, чизбургер тоже там где-то 900. Ну, то есть, в районе вот так вот. Дороговато. Потому что, если мне память не изменяет, то... В Макдональдсе гамбургер в районе 400-350 где-то тенге. То есть в 2 раза дешевле практически, а то и в 3. В общем, давайте попробуем вот этот бургер. Он на меня уже давно смотрит. Сочный, мощный. Вы знаете, что хорошо в Black Star Burger? Это то, что у них можно сделать самому бургер. Заказать прямо у них, прямо в меню такое есть. Это котлеты, лист салата, булочки. То есть ты домой приходишь и сам себе жаришь свежую. Бургер.
хороший. Чё? Куриные варианты не стал брать. Потому что... А, какой-то куриный все-таки взял. Вот. Грибной. Попробуем грибной. Машрум. Я, кстати, в каком-то выпуске в прошлом сказал, что грибной это портобелло. Это, по-моему, не так. Или я что сказал там, не помню. Ну да ладно. Если кто найдет ошибку, в прошлых роликах напишите. Так, это что бургер? Получается грибной. Грибной гов. Гов. Хорошо, что не но. Бургеры. Грибной. О-хо-хо! Какой, ребята, красивый бургер. Посмотрите. Это что за монстр? Это что за... Вы посмотрите. Слушайте. Это не объективно будет. Их нужно подогреть на самом деле. Но мне идти надо. Поэтому будем пробовать так. Короче, будем заранее добавлять 1 балл за то, что он остывший. О! Итак, приступим. Но я что-то до грибов добраться не могу. За вот это укусил. Слушайте, ну, я не скажу, что прям вау. Опять же, 1 балл за то, что он остывший, плюс, и 1 балл за то, что он действительно хороший. Но это не прям супер. 2 балла, ну ничего, это 2 балла, это проходной балл, точно. Но не 3. Но не 3. Шаурол. Он очень вкусный. Да, ребята. С таким контентом еще пару месяцев я буду 100 килограмм весить. Я уже вешу 95. Итак, Москва, Москва. Нарисована Москва. Москва слоу. Говяжий бургер. Какой красивый. Смотрите, какой он, прям булка какая. Ничего не напоминает. Вытаскиваем этот 1xb. Итак, попробуем. Бургер Москва. Надеюсь, что Москва не подведет. Эти бургеры мне чем-то напоминают Hardee's. Они вкусные.
Они все реально вкусные. 2 балла. Это не вау. Это не прям вау. Но это 2 балла однозначно. 1 балл за то, что он остыл. Плюс 1 балл за то, что он объективно хороший бургер. Неплохо, неплохо. Лезть можно. Молодцы, ребята. Могёт, могёт. Пацаны, вообще, ребята. Так, это что у нас? Это Дубай, по-моему. Что это нарисовано? Подожди, а что это нарисовано? Какой-то дубайский этот. В смысле? Итальянская башня, что ли? Что это? Короче, итальянский бургер. Тут башня нарисована просто. Я понять не могу. Мне кажется, что в Дубае есть же вот этот отель на берегу моря, где все фотографируются. А это, видимо, Пизанская башня или что? Почему Италия названа? Сейчас попробуем. Давайте вот за капустку. Вкусно. Вкусно. Я только не пойму. Я же вроде какой-то бургер брал. С курицей. Или я не брал? Они все говяжьи. Не, я говяжьи больше уважаю, чем куриные, но... Хотелось бы и как бы сравнить. Ну, курицу много мы взяли, в принципе, думаю, сколько угодно. Просто. В принципе, чикен ролл был куриный, он сухой. Итак, давайте фишбургер попробуем. Фишбургер. Фишбургер. Честно говоря, я его взял до кучи, но я его брать не хотел, потому что мне фишбургеры абсолютно не заходят. Я не понимаю их. Ну что, давайте попробуем, что ж, раз взяли. Он вкусный. Вот у них он тоже вкусный. Как и у кого был фишбургер? По-моему, у Бургер Кинга или в Хардисе. Фишбургер вкусный. Вкусно, что сказать, вкусно. Black Star. Меня удивило. Я первый раз пробую Black Star Burger, честно. Я все время, когда прилетал в Москву, честно говоря, я не ходил, не пробовал, не стоял в этих очередях, когда только вот этот бум пошел с этими бургерами. Я откровенно говоря, по Москве особо не хожу. Когда я прилетаю, я сижу в отеле, заказываю в номер еду и по делам мотаюсь так. Первый раз бургер попробовал вот у нас в Алма-Ате.
Ну что могу сказать, бургеры отличные. Если разогреть, то я думаю, можно все 3 балла дать каждому бургеру. Вполне. Давайте попробуем пирожок. Пирожок у нас яблочный. Снэк. Он как в Макдаке такой же. Точно такой же. В смысле вкусный. Но по вкусу точно такой же. Нету там какой-то особенности какой-то там. Знаете, изюминки индивидуальные. 3 балла. Но тем не менее, это 3 балла. Это очень вкусно. И видите, заглотил прям. Ну что, осталось попробовать Цезарь. Салат Цезарь. Салат Цезарь, на самом деле, как и в прошлый раз, это конструктор. Где? В Гиппо был, по-моему, салат Цезарь. Вот он, салат Цезарь. Где вилка? Где вилка? А, вот она, вилка. Берем сначала соус. Половину выливаем. Половину соуса выливаем. Далее засыпаем все сухарики. Запоминайте, как делать. У меня запоминайте. Далее все мы это перемешиваем. Вот так вот перемусякиваем. Попробую еще перемешать все это без ложки. Вилочка сломалась, что ли? Нет? И заливаем полностью соусом в конце. Ой, как я объелся. Ну и как бы уже остатки соуса мы вот так вот нивелируем, так сказать, по всему салату. А то если, знаете, в конце соус добавишь, где-то не перемешается, внизу будет суховато, в середине тоже, ну разницы нет. Самое главное вначале половину вылить. Дно со дна вот это все вот так вот перемешать, а потом сверху остальное. Тогда будет более-менее равномернее. Давайте пробовать салат Цезарь. Я на самом деле Цезарь с курицей не особо. Я больше... Курица неплохая. Ну-ка, сухарики, чё?
Ну, естественно, с лососем Цезарь вкуснее. А то и с креветками еще. Ну, куриный тоже неплохо, это ПП. Как бы, если вы там на диете пришли, опять же, в этот Black Star Burger, заказали чисто себе Цезарь, там, не знаю, зеленый чай у них тоже продается. Ну и, в принципе, как бы и червячка заморили. Поэтому что сказать? Нормально? Неплохая позиция Цезаря. Довольно-таки большая тарелка. Помнится, в Гиппу, по-моему, там была поменьше тарелка. А здесь, видите, какая? Большая. Большая-пребольшая. Здесь сырный шарик, я его съем еще. Сырный шарик хочу макнуть в барбекю соус. А то сырный шарик в сырный соус — это извращение. Вкусняшка. По итогу, что могу сказать? Black Star Burger в целом мне понравилось. Покупать там стоит. Бургеры неплохие. Единственное, мне не понравился Chicken Roll. Он сухой. Ну и все-таки я подозреваю, что повар пережарил крылышки и ножки, а так они вполне себе неплохие. Но все равно 1 балл, как бы. Так, такое, как бы, да. А остальное все вкусно. Всем остальным 2 балла или даже 3. Абсолютно все вкусно. И наггетсы, и стрипсы. Да, все здесь вкусно. Даже как-то выбирать что-то здесь особо из этого. Как помните в песне? Выбирать из 100 вариантов. Все они прекрасны, без исключения. Какую-то тему мне тут дали в этом боксе. 1xbet, Black Star Burger. Это что вообще? Смотрите, какую-то штучку мне дали. Это что? Интересно. Что это такое? А, наверное, это наклейка на холодильник. Вот эту отклеиваешь. И все. И заклеиваешь. Да, наклейка на холодильник. Отлично, то, что мне нужно, видите, с кармашком, чтобы сюда эти... Как их там? Ну, какие-нибудь записочки. Там раз, там нужно что-то. Раз, так положил. И на видном месте на холодильнике. Холодильник-то постоянно открываем. Поэтому... Ну, что могу сказать по итогу? Друзья мои, вот мы и попробовали все меню Black Star Burger. Ну, конечно, не все, потому что... Мороженого у них не было. Пончиков тоже почему-то не было. Но мы их в следующий раз попробуем. И маффинов не было. Мы не попробовали маленькие бургеры. Обычный гамбургер, чизбургер. Я думаю, в принципе, там ничего особого. Все то же самое. Не думаю, а так и есть вообще. Но в принципе... В принципе, я думаю, что мне уже понятно в целом, да, что в Black Star Burger производят. Поэтому, если вам понравилось, поставьте лайк по традиции, я вас прошу. Напишите комментарий. Я вас прошу, напишите комментарий, как вам. В следующий раз я пойду
Думаю, в Баханди попробую. Бэхэнди или Баханди, как он правильно называется. Возьму все бургеры там. Ну, те, кто не подписан, подписавшись, нажмите на колокольчик обязательно. И ждите новой серии. Я думаю, что по городу бургерных знаменитых не так уж и много, но на всякую как бы на всякую дрянь я снимать не буду, на неизвестных бургеров я снимать тоже не буду. Исключение будет как бы из правил это то, что если мне заплатят за обзор, а так в принципе все знаменитые позиции мы с вами обязательно попробуем. Поэтому, друзья мои, спасибо всем, что досмотрели. Всем удачи. Пока-пока.